молодец. Еще. Оп-оп-оп. Я тренер-преподаватель по боксу Лис Анатолий Иванович. Работаю с детьми, которые попали в трудное положение, многодетными и малоимущими семьями. Трудных подростков не бывает. Бывает просто отступившиеся дети, которые просто совершили какие-то неправильные поступки. Это могут быть и хорошие дети, которые и хорошо учатся, и учатся в престижных гимназиях. Ну, вот отступился человек, поэтому каждому человеку должен быть даден шанс на исправление вот этой ошибки. Дураком не бывает никто, иногда каждый из нас. Мои тренера, вот Русак Борис Куприянович, Иванов Анатолий Федорович, Романенко Леонид Викторович, они как-то в свое время, вот мы когда тренировались, они как-то интересовались нашей учебой, нашей жизнью. И было такое, что даже у них были телефоны классных руководителей. И классный, как только накосячил где-то в школе, там, да, звоночек тренеру, и ты приходишь, и тебе говорят там, ну что, дружок, почем у тебя там оценка? И начинаешь выкручиваться там что-то, там, вот, а уже он знает, что там. И это было как-то неудобно, с одной стороны, что, ну, как-то так, вы же не дурак, получить двойку или каких-то там, ну, косяков тоже у нас хватало. Поэтому, знаете, я вам хочу сказать, что вот эти вот люди, вот эти вот, они как бы нам дали шанс, ну, путевку такую в жизнь. И если бы не они, то некоторые из моих друзей, они бы были в местах не столь отдаленных. И я вам хочу сказать, просто это пришло вот в 90-е годы, вот как-то вот при самой этой разгаре этой преступности. И как-то вот я даже не понял, как вот это вот работать с этими вот трудными подростками, которые, не трудные подростки, а с детьми, которые попали в вот такое вот трудное положение, скажем так вот, да? Дети бесплатно. Это такое ключевое. Почему? Потому что, ну, как ребенку объяснить, вот они в группе или в разных группах, там, допустим, ребенок олигарха и ребенок дворника. Они дружат, они там, вот его телефон хороший, он дает ему поиграться, там, учит каким-то играм там в этом телефоне. Это сейчас, я вам скажу, это очень важно. Там, кто какие игры достигает, там, это там вообще, там, они там, это круто, там, это, я не знаю, раньше, кто сколько подтягивается, сейчас кто какие игры играет. И они дружат. И как объяснить, что этот платит, а этот не платит, там, скажем так. Это не то, это с педагогической точки зрения, это неправильно. Дети должны быть вообще бесплатно там заниматься. Там. Дети — это дети, это наше будущее. И им должна быть дадена возможность там, вот, достичь чего-то там. Вот, а занимается у нас сейчас, я вам скажу так вот, 100 человек, это уже сейчас вот реально, там, это еще все даже в списке, там, 100 человек. Достучаться, заслужить доверие. Вот это, я вам скажу, это самое сложное. Очень сложно достучаться, понимаете? Потому что все говорят им, что они плохие, что по них плачет тюрьма. А они такие же дети, они такие же дети. Иногда дети к нам приходят, потому что они там плохие, а у нас они хорошие, они самые лучшие. И они приходят сюда к нам. И я хочу сказать, они исправляются, некоторые там. Иногда не всегда получается. Я хочу сказать, что все идеально получается. Ну, как-то вот так вот. Слушай, ты давай немножко исправляйся с оценками, да? Потому что, ну, уже 30-40 уже скоро. Самое длинное, там это самое, там оценками. Там уже ж надо 10-11 класс. И не косячь, ну, в школу ходи. Потому что сейчас 9 класс, значит, пусть тебе скажут, иди, ты должен в школу пойти. Понял? Да. Должна быть справедливость. Вот честность и справедливость. Они это чувствуют вот просто вот как бы, да. И если они накосячили, если они что-то сделали там, и если они наказаны, они, ох, как прекрасно понимают, за что они наказаны. Не прекрасно. Вот это вот самое главное. Не должно быть, скажем так, вот, незаслуженного наказания. И разговор. Разговаривать, мечтать о каком-то, вот, о жизни разговаривать, о том, что они хотят, вот их мечты, что они хотят, как они хотят жить, как учиться, как это самое. Но я вам скажу, порой вот с этими трудными учеба запущена, и очень сложно наверстать. Вы знаете, иногда с родителями контакт навести вообще невозможно, потому что родителям, они вроде бы ведут и правильный образ жизни, да, к ним никак не подойдешь, вроде бы, ну как правильно там, да, на самом деле детьми не занимаются там. И на контакт, ну, как-то они, ну, не совсем идут там, да. Но тогда надо просто детей заинтересовать, чтобы они... И знаете, я вам скажу, вот почему вот дети становятся вот этими трудными, да, вот почему даже вот это вот мы хотим вот создать такой вот как бы
центр, который, чтобы эти вот дети, вот они были не на улице, а были здесь. Потому что все, что неизвестное, дети получают на улице у старших, они должны в интернете где-то, они должны вот прийти сюда, там, да, где-то что-то рассказать, где-то что-то, о чем-то поспорить даже там, да, вот мы одно, а они другое. Папа меня завел вот, из-за проблемы с дыханием, я немножко не мог нормально дышать, потом я пришел в зал, я еще на самом деле, ну, как и все, очень сильно боялся бокса, как бы, что постоянные травмы, все, но потом, кстати, я пришел в зал и просто сразу моментально включился, сейчас я занимаюсь, получается, на протяжении 3 месяцев. Анатолий Иванович говорит, что у меня все отлично, что я тут самый лучший, что все отлично. Мне кажется, что я немножко и увереннее стал, но тут и друзья у меня появились. Еще в школе меня, кстати, побольше знать стали. Соседний класс вообще боксер. Сейчас у меня план, кстати, побеждать и вообще заниматься боксом. В 96-м году вот у меня было 2 ученика, которые, ну, они... Так, где-то 8-9 там научились, так средненько, потом как-то так вот закончили 11 классов. Первое, что один, он проворонил все тестирования, все эти самые, поступил в 94-е ПТУ, это как бы машиностроительное трактор, закончил машиностроительное ПТУ, потом обратно же проворонил все на свете, это все, поступил, был коммерческий университет, поступил туда, там, самый последний, там, на платное. Вот, отучился где-то 2 или 3 года, там, на юрфаке. Его закрыли, он попал в БГУ. Закончил БГУ, попал во Фрунзенский суд судебным исполнителем. И в итоге он стал судьей городского суда. И я вам хочу сказать, он не попал, может быть, в Верховный суд из-за того, что у него папа был неоднократно судим. Второй мальчишка, там, он закончил 11 классов, говорит, я хочу быть реабилитологом. Пошел в медколледж, закончил медколледж. Когда закончил медколледж, что я пойду в университет физической культуры, если пойду в мед? Там первый год не поступил, на второй поступил. Медуниверситет – это сложнейший вуз. Он по ночам работает на скорой помощи, учится и плюс еще тренируется. Я говорю, Денис, как ты успеваешь? Он открывает ежедневник, у него 6 подъем. Это уникально. Я вам скажу, меня это удивило вот просто до глубины души. Он сейчас приходит, тренируется. У него сейчас сын, жена, тоже врач. Он сейчас успешный нейрохирург. Шалопай был. Это из таких вот гадких утенков, как бы выросли вот достойные, солидные люди. Сейчас вот здесь вот за это наше вот время, я даже назову фамилию, Пектерев Семен. 9-я школа, тоже... такой не очень хорошей ситуации было там, вот. Ну, как-то так вот пришел, вот занимался спорт, бокс, там как-то так вот поступил, закончил 11 классов, поступил в педагогический университет на факультет физической культуры и спорта. Забрали в армию, сейчас служит в спецподразделении. Сеня, когда поступил в педуниверситет, то я вам хочу сказать, что все вот эти вот, которые вот трудные подростки, они были просто в шоке. Как, ну, я когда им говорил, что ребята, то, что вы попали, что вы там стоите на учете, что это ничего страшного нет. Вы как чистый лист сейчас. Вот. Вы можете вот просто совершать правильные поступки, и у вас будет все по жизни хорошо. Они говорят, а что ты рассказываешь там это? Все тут вот нам учителя это говорят, и ты мне говоришь, там ты все-то не то. И когда поступил Сеня, я вам скажу, для них был это шок. Сеня должен был поступить в Ивацевичи университет, Шклов университет, ну, я имею в виду исправительный, ну, ЦРУМУ, скажем так, да, а он поступил в Максима Танка. И они, я вам скажу, это было, ну, такое для меня, это было, ну, очень такой, ну, вернее, для нас, для нашей команды, это был большой шаг такой, что они немножко нам поверили, что все можно исправить. Там. И я вам хочу сказать, уверен, что можно это исправить, и можно их поставить на путь истины. Я думаю, что вот со временем этот будет зал статус, он будет зал бокса, и здесь будут эти дети не только там Московского района, а и Минского района, и Октябрьского района, они будут здесь вот с 6 часов утра до 11 вечера, здесь будут просто вот вертеться, они будут вот здесь вот крутиться, вертеться, там, скажем так, вот тренироваться. И я уверен, может, даже с этого зала может получиться и чемпионы мира, и олимпийских игр. Я не сомневаюсь абсолютно. С этих трудных подростков. От подбородочка. Леша, от подбородка. Леш. Нет, видишь, она у тебя зажата. Не надо сильно бить. Встал. Вот здесь. Бам. Поставил. Здесь. Вот еще здесь. Бам. Поставил. Видишь? Сюда. Вот. Скажу,
одну такую вещь. Можно воспитать одного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, да? И много в жизни такое. И будешь идти по улице, он перейдет на другую улицу, вот сволочь, и уйдет. А можно завоевать 100-200 человек уважения, которые будут приходить и звонить тебе на Новый год, на день рождения. Там. Они не олимпийские чемпионы, они просто хорошие люди там. Вот это, наверное, чемпионство наше. Зачем мне это надо? Не знаю, не могу ответить. Не могу ответить, потому что, ну, не знаю, там, ну, а кто-то же должен заниматься. А почему не я?